дурацкое одеяло! Вот тебе, вот! Эх, хорошо, что сегодня воскресенье. Купаться на речку пойдем. А куда это спряталось солнце? И почему так темно? Ну-ка я посмотрю, какая там погода за окном. Ой, а что это там на стекло капнуло? Это что такое, а? Дождик? Теперь мы не пойдем на речку. Плохой дождик, плохой, плохой. Из-за тебя все. Что случилось? Чего ты так кричишь, Филя? Я купаться хочу, купаться. А тут этот дурацкий дождь. Филя, не надо так расстраиваться. Да, так бывает. Мы не всегда получаем то, чего хотим. В жизни бывают обстоятельства, на которые мы не можем повлиять. Например, погода. Ну и что? Мне все равно. Я хочу на речку. Плохой дождь, плохая погода. Хоть бы этого дождя никогда не было. Подожди, Филя, успокойся. Послушай меня. Не бывает плохой погоды. Она разная. А ты лучше подумай, чем еще таким интересным можно заняться сегодня. Не знаю я. Мне ничего не интересно. Ну, можно, например, порисовать, поиграть в прятки. Или вот дома в дождливую погоду особенно хорошо собирать кубики. Да, кубики. Вот кубики я люблю. Но я совсем забыл про них. Где же мои кубики? Наверное, они там, куда ты их в прошлый раз сложил. Вспоминай. Точно, вспомнил. Сейчас принесу. Мои кубики! Дурацкий пол! На тебе, на, получай! Это ты во всем виноват! Дождь и полы тут совершенно ни при чем. Пол не хотел ударить тебя. Это все твои эмоции. Раздражение и злость мешают тебе. Нет, это пол мне подножку подставил. На тебе, пол! Больно! Да что ж сегодня такое, а? Почему все не так? Знаешь, почему на самом деле так получилось? Потому что ты злишься и раздражаешься. Вот есть даже пословица такая. Кто злится и раздражается, у того ничего не получается. Не знаю я такую пословицу. На самом деле все дети и взрослые злятся и раздражаются. Только не все знают, что с этими эмоциями делать. А знаешь, что поможет тебе? Спокойствие. Не получается ничего, палец прищемил. Да что ж такое? Я же тебе говорила, кто раздражается, у того что? У того ничего не получается. Вот и у меня не получается. Это потому, что ты злишься и раздражаешься снова. Тебе же это неприятно? Да, очень неприятно. Ну а что мне делать? Успокоиться. Ну как? Как успокоиться, когда тебя все раздражает? Ну, во-первых, начни глубоко дышать. Вот так. Смотри, глубокий вдох и медленный выдох. Уф, 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 уф. Давай вместе. Уф, 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 уф. Ой, чуть-чуть получше. Надо же. Но я все еще чувствую раздражение. Тогда давай побегаем и попрыгаем на месте. Это как? Это как зайчики прыгают. Легко так. Прыг-скок, прыг-скок. Ха! А это весело! Сова, посмотри, как я высоко прыгаю! Вот видишь, ты уже успокоился и победил свое раздражение. Да, это же волшебство какое-то! Это не волшебство. Во-первых, ты начал глубоко дышать, а потом стал бегать на месте и прыгать. Это тебя успокоило и развеселило. Спасибо, тетушка Сова. Ты мне очень помогла. Только что же мне делать, если у меня опять что-то будет не получаться, и это будет меня снова раздражать? Филя,
Для этого тебе нужно будет обратиться к взрослым. Они тебе дадут совет. Бабушка! Бабушка! Бабушка, мне нужен твой совет! Что мне делать, чтобы не злиться и не раздражаться, когда у меня ничего не получается? Ну а что ты хочешь делать? И что у тебя не получается? Я хочу собирать кубики. Перед тем, как начать собирать кубики, ты скажи себе, если у меня не получится или получится не так, как я хотел, то я не буду расстраиваться, а постараюсь перевести все в шутку. Это как? Найти что-то смешное в этой ситуации. Хм. Ладно, пойду попробую. Нет, совсем не то. Совсем не то, что я хотел. Так, а если эту деталь сюда переставить? Снова не вышло. Да что же это такое, а? Фу, стоп. Я же обещал себе, что не буду злиться и раздражаться. Бабушка говорила, что надо найти что-то смешное. Хм. А что здесь может быть смешного? Ой, да он же похож на кролика. А я хотел сделать машинку, а получился кролик. А, бабушка, бабушка, иди скорее сюда. Что случилось? Что случилось? Бабушка, посмотри, я хотел сделать машинку, а у меня получился кролик. Смотри, какой он смешной! Да, действительно, похож на кролика. Вот видишь, какой ты молодец! Да, я теперь всегда так буду поступать. Буду свои неприятности в шутку превращать. И ребятам во дворе расскажу. Какой ты у меня молодец! А теперь, если хочешь, я помогу тебе собрать машину. Ура! Спасибо, бабуля! Давай! Ha 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 ha